Хотя, может, пока подожди все-таки. Это надо немножко притормозить чуть-чуть. Да. Мандельный, может, там торопит, надо сказать, что тут надо доработать сейчас чуть-чуть. Минут. Минут. Да, скажи, Георгий Иванович, да. Сколько примерно? Раньше часа не получится, мы тут пока проводимся. Ну, 40 минут. Да, да. Пусть пока погуляют здесь в окрестностях, да. Там тоже надо поснимать, ну, это потом мы сделаем. Нам тоже надо пофотографировать. Это не самоцельность, да? Подождать просит? Мы хотим обмерить здесь все. А я туда-сюда никого не вижу. Думаю, боже, меня забыли, что ли? Я на улицу выскакивать собралась. Нет, мы хотим задержаться.